Владелец этой столовой на Пионерском проспекте имеет разрешение на торговлю, однако не имеет права захватывать муниципальную территорию. Столы и зонты установлены незаконно, к тому же прямо на тротуаре, что мешает свободному проходу пешеходов и не вписывается в общий облик курорта. По поручению главы города осматриваем территорию. Выявлена незаконная установка зонтов, стульев. Значит, составлен протокол в нарушение пункта правил благоустройства. Все материалы переданы на комиссию на демонтаж. В этот раз демонтаж конструкции собственник выполняет самостоятельно. Однако за нарушение правил благоустройства ему придется заплатить штраф. Наказание рублем ждет и других нарушителей. Ежедневно рейдовые группы инспектируют курортные территории. Усиленный контроль в сфере торговли продлится до конца высокого сезона.